И что я же вам хочу сказать все-таки, что Пеку просто обоссали. Убрали жизни, которые ей, ну, типа, хитпоинты. И, все. А дальше уже все, типа, им пох. Да, это было год назад, и я это капец как запомнил. Возможно, кто-то из вас скажет, что не было такого. Но я это точно помню, потому что я тогда играл, да и сейчас играю Пекой. Я это все пипец запомнил, потому что меня это очень сильно расстроило. Потому что я такой, типа, что? В смысле, почему Пеки отняли и то, и то? Да, кстати, насчет того, что, типа, они добавили ей, типа, дальность. Да, на две клетки, Карл, на две клетки. Это, то есть она могла Хога вообще за две клетки до себя, типа. Она Хога не, вообще не подпускала, типа, Хог бежит, Хога, бац, нету, все. Хога она к вышке ни на каплю не подпускала. Реально. Просто, ну, типа, надо было скинуть вроде бы вот здесь, вот где это Пеку. Да вообще похер где. Ты ее кидаешь, она за две клетки достает, и там иногда даже такой, типа, мини-бажик такой был, что она вообще фиг на сколько дальности, типа, у нее. Ну, она, типа, конкретно далеко била. Но это иногда происходило такое. И потом, походу, из-за этого, типа, микробага, разработчики решили такие, да нахер нам, типа, такой крутой юнит, как Пека, мы сделаем его вообще говном, мы и это уберем, то есть нам это не надо. И убрали нахер. Типа, и Хоги просто, это как с того момента, Хоги посунули просто пипец. Хоги, големы, им уже не страшно. Хога воды, голема воды там, им уже пох. Они такие, шо, Пеку пофиксили? Мы будем идти в атаку. И просто с того момента Пека просто она стала очень быстро умирать по сравнению с тем, как она умирала раньше. Ребят, она стала пипец быстро умирать. Реально, я это заметил. Типа, я помню, как в тот день я зашел в рояль, такой, типа, играю. И я перед этим, да, перед этим я посмотрел новости, типа, что там они, типа, пофиксили, не пофиксили, что-то там добавили, не добавили, что-то, что собираются добавить, возможно. И заметил такую, типа, фигню, что опеки-то урон, ой, опеки-то жизни, типа, убирают. И я такой, так, стоп, что? Опеки убрали сколько там? Я так охерел просто. Я такой думаю, ну ладно, давайте сейчас поиграю, типа, посмотрим вообще, как это коснулось конкретно Пеки, типа. Как это на нее повлияло, так сказать. И сказать, что я охерел, это вообще ничего не сказать. Это промолчать еще тише, чем молчит человек. Да, вообще. Это вообще не возражать. Вот мой ахер реально, я просто был в шоке, в титаническом шоке. Она умирала очень быстро. Она начала умирать. Я такой, типа, смотрю. Я вспоминаю, я, типа, смотрю видео с прошлого дня, типа, как я играл Пекой. И смотрю, типа, что сейчас, и я вижу, как у нее отнимаются хитпоинты пипец быстро. Сейчас уже все к этому привыкли. Сейчас уже все такие, типа, ну, нормально, типа, а что-то поменялось или нет? А я до сих пор помню, какой это был охеренный танк. То есть хитпоинты, они очень сильно решали. Сейчас Пека просто погибает за секунду. Это видно, когда против Пеки ставят мага, и типа от скелетиков, да, она и так быстро погибала. Ну, а раньше она вообще, типа, такой охеренный танк был. Это просто не пером написать, не в сказке писать. Как-то так. Ну, насчет этого не обращайте на меня внимания, да, сказал только что дичь. Но, типа, насчет того, что Пека был топовый танк, это просто... После этого реально стало обидно. И просто Пека стала конкретно быстро убивать. Умирать, точнее, это... Я просто такой думаю, а зачем теперь мне вообще играть, если она умирает так быстро? Да, ее пофиксили чисто из-за того, что... Да, у нее было пипец огромное количество жизней, и типа... А, ну да.
И из этого ее все-таки пофиксили. Но нахера, типа, ее и так, типа, там на пеку, на любую деку найдется контра. Я уверен, что и на ту, типа, на любую деку с пекой там находилась контра. Какая бы дека не была. О! Какой это по счету хог просто, ребят? Какой это по счету хог? Я не знаю. Где-то, ну, три хога точно я встретил. Давайте после катки я посмотрю, сколько хогов я встретил. И мы посчитаем, сколько хогов я увидел. С вами. А, ну да, маг. Так, тут мы должны как-то... Громовержцем. Вот так вот. Отлично. Хог, иди сюда. Типа, все, пека... Еще тогда она уже для меня считалась мертвой картой. Еще, уже тогда, точнее. Уже тогда я не считал пеку прям пипец имбой. Я отказался от этого понятия, типа пека имба. У нее хитпоинты просто сожрали. Вон два мага ее просто сжирают. А раньше, хер там. Не так она быстро погибала раньше. Так, надо бревнить его, потому что он может меня сейчас и вынести. Вот так вот. Вынесли мы. Да не реви ты. Хог и Горгиг. Просто. Две самые гейские карты, ребят. Я не отказываюсь от своих слов, это реально просто вот раз хог попался нам, два, три, четыре хога, понимаете? Четыре хога в глобале. О чем может идти речь? О чем может идти речь? Лично я думаю, если так много хогов, значит хог. Хога надо фиксить как-то. Вроде бы хога, что фиксили, что не фиксили. Он что был имбой, ему похер. Он такой типа, а что мне? Возможно, если хога пофиксят, там кто-то подумает, что это расистские какие-то наклонности или что. И из-за этого его не фиксят, и я не понимаю. Ха, лох. Фаербол просрал. Так, я тебе нигде не нанес урона. Я тоже лох, по сути. Вот, также печь. Что я могу сказать насчет пищи? Охереть имбовая карта. Контрится, наверное, как-то. Когда-то, возможно, контрилась. А! Ребят, ну вы понимаете, да? Вы понимаете связочку, да? Хог и печь. Просто. Это пятый хог. Просто прошлое видео я еще играл. Это пятый хог уже с прошлого видео. Угу. Просто капец. Ну вот, когда хогов так много, вот реально такая мысль, что его надо фиксить просто. Почему его не фиксят? Я бы, если честно, я бы ему убрал или... Где-то хитпоинтов 100-150. Или я бы... Черт, мне надо что-то сделать, а я сижу, пержу тут. Или убрал бы ему хитпоинтов 150-200. Я вроде бы оказал в прошлый раз другую цифру. Ладно. Или я бы ему сделал скорость атаки, типа... А, ну да. А, спасибо, спасибо. Хм, четко. Ну, вы сами видите, что происходит. Ага. Классно. Я не знаю, что он выкинул. Он, походу, ракету бросил. 6 эликсиров всрал дядя, и ему пох. Он играет. Вроде бы ракета. Я не знаю. У меня интернет завис. Спасибо, великий интернет. Что напрасывается Хоган? Надо фиксить. Я буду триллиард раз скажу, что его надо фиксануть. И я не понимаю в край, как этот челик у меня пушит, если он просрал просто дохера эликсира. И сейчас он сидит такой. Ему насрать. Фаербол и
Ракета и бревно. Сейчас он фаербол бросит, да и похуй ему будет сейчас. Угу. Классная катка. И все хоговоги... хоговоги, ага. Простите за... мою речь. Хоговоды все такие: ой, не надо фиксить хога. Пеку, наоборот, надо фиксить. Хог нормальная, сбалансированная карта. Да, ребят, я тоже так говорил, когда пеку пофиксили. Охереть, вот это я мастер. Просто пипец. Я такой везучий. Я реально не знал, что он там поставит этого рыцаря. Угу. Найс. Кладбище. Ну, кладбище мне контра пипец прям какая. Кладбище я прям не смогу пройти. Ну ладно, хорошо. Просто я по фану записываю видео, чисто. Даже я не стараюсь что-то сделать. Я уже просто понял, ребят, что для меня уже все обречено. Я никогда не апну тех кубков, которые мне хочется. Может, мне надо менять деку, но есть одна вещь, которая должна выполняться при любой деке. В деке, в которую я хочу, типа, декой, которую я хочу играть. Надо, чтобы там было пека и хог. Ой, пека и хог, говорю. Пека и громовержец. Простите, это уже у меня в голове этот хог. Мне просто в голове постоянно его надо фиксить. И вот я случайно вот сказал. Да, мне надо, чтобы в деке было пека и громовержец. И я знаю, есть такая дека, это, блин, мета с пекой. Ну хоть убей, просто не умею ею играть, реально, я пробовал. У меня даже видео на канале есть, там, где я ею играю. Если хотите, там посмотрите. Ну да, нахер вам оно надо. Согласен с вами. Это уже у меня шизофрения. Не, я просто угадываю ваши мысли, типа, возможно, вообще никто этот видос не посмотрит. Я еще третий запишу насчет этой тематики, мне просто уже... Реально, накипело, я играю... Да, блядь, что ж такое? Ты можешь не ставить своего вонючего рыцаря? Я уже, походу, стар, так сказать, в кавычках, потому что... я игрок, типа, знаете, как так сказать, я уже вроде бы вам говорил, игрок старой закалки. Тот, который, типа, думает... Просто по-старому, типа, что в деке должно быть, что в деке не должно быть. Да я тут проиграл, мне уже даже делать нефиг. Пофиг, пусть выносит меня. И, короче, что я вам хочу сказать, что... мне... Вот насчет меты с пекой... Я просто не знаю, как ей играть. Типа, все люди, которые играют метой с пекой, типа, они атачат по двоим сторонам. И... Я знаю, это типа приколяха этой деки, что ты атачишь по одной и по второй. Но у меня это вообще не получается делать. Типа я такой пытаюсь атачить, чел это все отдефал и свободно пошел в атаку и меня выебал. Смотрите продолжение в следующем ролике.